Всем привет! Наконец-то мы добрались до Карпат. Приехали мы, значит, в село Быстрец. Ехали долго, потому что непонятно, что было с электричками. Мы сначала... с поездом. Сначала, в общем, мы стояли 2 часа на какой-то станции. Потом, по-моему, наш поезд решил сократить через лес, и мы ехали по камням, потому что телепало просто вот так вот. Ну ничего, мы, короче, доехали. У нас... вид из окна просто прекрасный. Вот такой. У нас вот такой дом, вот такой вот номер. Дом покажу сейчас на улице. Вот такой номер. У нас, конечно, бардак, потому что раскладываемся. А домик у нас стоит 300 гривен с человека в сутки. И это самый ближайший домик, от которого можно дойти до гор, в которые мы собрались ходить. И, конечно же, я вам покажу, в какие горы мы будем ходить. И это, конечно же, двухтысячники. Поэтому присаживайтесь поудобнее, набирайте вкусняшек и погнали посмотреть с нами, куда же мы пойдем. Так, стартуем мы сегодня на первый маршрут. У нас сегодня первые двухтысячники. И идем мы на гору Бребенеску и Гутентамнатик. Блин, маршрут должен быть потрясающий. Только что закончился дождь. Сзади меня красивый-красивый туман, поэтому, блин, стартуем, бежим на гору. Будем умирать, конечно, но, в общем, стартуем. Начались у нас первые подъемы, и это капец. Каждый раз говоришь себе, блин, готовься перед горами, там, не знаю, побегай, потренируйся. Не ешь много, ага. Не слышали, капец. Тут такой подъем еще огромный. Ох, очень тяжело. А еще 10 километров пути впереди. И... набор высоты больше километра. Короче, двигаемся. Умираем и двигаемся мелкими перебежечками. Представляете, зашли мы только что в лес. Идем, услышали какой-то шорох. Поворачиваемся, а там бегут олени. Такие классные. Прям близко-близко. Жалко, не успели заснять, что пока повернулись, они уже убежали. Вот, и только что какая-то огромная птица улетела. Но не было видно тоже какая. Блин, ждем еще животных. Хочется встретить кого-то еще. Может быть, лося. Главное, наверное, не медведя. Медведя будет встретить страшно. А оленя еще одного класса хотелось бы. В общем, ждем. Как обычно, все идет по плану, и мы пошли не туда. Мы пропустили наш поворот и свернули на другую гору. Кедруватый называется она, но нам все равно на нее не надо. Шли по маркировке, поэтому чуть-чуть перепутали. Вот. Там вроде бы есть еще одна тропа, не особо хоженая. И мы должны свернуть на ней. Но мы уже увидели подснежники, крокусы. И знаете, что еще? Там шумит нереальный водопад. И уже горы в снегу. Смотрите, какое там водопадище. Это все водопад! Река называется Кизя. Да. Класс. Ой, лавочки.
Боже, это... Вообще, да, прикинь. Там просидели. А, на лёд! Она просто... Она просто... Бля, и жуки с головы попадали, видели? Смотри, зато мать-мачеха только цветёт, да? На этот полный подняться. Там без шансов? Саня, если перейти через ручей вот этот и с той стороны пойти. Да, ну, не надо. Сильно. Да. И как быть? Мы не попадем на гору? Попадем. Готовы? Начало приключений в самый первый день. Мы, как обычно, свернули не туда. И вот наша тропа, в общем, вот там внизу. По ней течет река. Ну, сейчас не река, это сходит вода с гор. И мы решили как-то обойти эту горку. Горку? Какую горку вообще? Речку. Ну, путь вот такой. И мы не знаем, что делать. Мы вот думаем, нам пытаться пробираться? Или плюнуть и пойти вообще на другую гору, в другую сторону и жить там. И уехать домой. Остаться жить там, на той горе. И не спускаться вниз. В общем, я не знаю, что делать. Ну, как обычно, в общем. У нас все как всегда. Мы просто свернули не туда. Мама, мама, что ты делаешь? Я снеговика девочку люблю. А чё, что у меня с глазками? Ну, она у меня монголочка. А у вас? Без шапочка прям. У меня без шапочки. Я думала, это волосики, но получилось как шапочка, правда. Снеговик! Потормозила! Погнали!
Что ты показываешь? Я сейчас вас научу, как можно исчезнуть в лесу. Ну, когда там какая-то опасность или медведь бежит навстречу. И можно исчезнуть. Медведь. Или посрать тело, чтобы тебя не видно было, можно исчезнуть. Правда, медведь пришел и ушел. Все не видно? Не видно. Итак, у нас начало второго дня. Мы приехали в Заросляк, заказали машину. Стоимость машины от Быстрица до Заросляка 2000 гривен. Дорога, конечно, просто. Мрак мрачнейший. Здесь ехать вроде бы немного, но из-за того, что дорога плохая, естественно, все берут много денег. Ну, мы на старте. Стартуем. У нас сегодня в планах, так как мы вчера не попали на ту гору, которую хотели, у нас в планах сегодня не 6 гор, а 7. Мы идем через Гаверлу и финишируем на Гутентамнатике. Проходим ребра и еще кучу гор, которые не двухтысячники. В общем, я надеюсь, сегодня все удастся. Единственная проблема в том, что, посмотрев погоду, было написано, что сегодня плюс 25 и солнце. Мы приехали сюда, здесь дождь, а мы в шортах. Нам на старте уже говорят, что там дубарь, и вы замерзнете. Ну, мы надеемся, не замерзнем. Дождевики одели, но, значит, будем быстрее идти. Поэтому держите за нас кулачки, и мы пошли мы на Гаверлу. Подъем у нас, в общем, складывается мега круто, потому что идем мы по снегу, идет ливень, а вот там вот в ногах, вот тут, ты постоянно проваливаешься в какие-то ручьи. И вот такой вид. Короче, поднимаясь на гору, мы ни хрена не будем видеть. Подъем вот такой, там впереди люди. Поднимемся на гору, будем махать палками и разрежем облака. Да, но смотрите, зато мы можем трогать облака. Они прям вокруг нас, мы в облаках сегодня. В общем, круто очень. Несмотря на то, что мокрые ноги, вот такой подъем, мега круто. Прям восторг. Поднимаемся мы, значит, на Гаверлу, через Малую Гаверлу. Все в снегу. В общем, вот такой вот подъем. Жесть, как сложно идти, это чтоб не спадало, это не просто так. А сзади вот такой вот вид, там вон Саня где-то идет. Саня! Я не уехал. Можно было съехать нормально, до конца только палки доехали. И тут вот в облаках, смотрите. Супер-пупер, бомба-класс. Лезем дальше. Трогайте облака, трогайте. Жмакаем, как котики? Да. Потрогали. Привет. Мы на Малой Гаверле, мы наконец-то дошли. Носками сухие, и, блин,
Это круто. Несмотря на то, что погода испортилась, нереально. Мы в облаках и ни хрена не видно. Но это просто крутецкий крутец. Сейчас тут чуть-чуть у нас запиночка, передышечка. Чуть-чуть там одеваемся и на Говерло. Но первую галочку уже поставили. Двигаемся. Четвертая гора в нашем сегодняшнем маршруте. Мы были на Малой Говерле, на Говерле, на Брескуле, и сейчас идем на Пожежевска. Гора Пожежевска 1822. Здесь небольшой такой пологий подъемчик. Вот, его можно обойти через кемпинг, но мы уже не ищем легких путей. Нам уже нужно на все запланированные горы, несмотря на ни на что. Да? Да. Почти пришли. Пошли почти. А так впереди 16 километров. И мы лосеница. Двигаемся. Прочитали название горы как «Данцер». Что надо делать «Данцер»? «Данцер» — это что? Сегодня в белом танце кружимся! И как обычно, что делаем? Ура!
самое сложное в таких условиях найти, где пообедать. Потому что ветер нереальный, со всех сторон дует. И нужно найти какую-то елочку, чтобы за ней спрятаться. Смотрите, чуть-чуть разведниваются горы. Нам туда, наверх. Но только после обеда. Сейчас пьем горячий чай. Мы хоть и согрелись, но чай нужен. И очень аккуратно смотреть под ноги. Вот такое место привала у нас, смотрите. Класс! Обед! Мыли. Не видно ни хрена. Вот это было два проблеска. Солнышко вылезло. Но мы были чуть-чуть пониже. Сейчас опять все затянуло. Если честно, мы даже не знаем, куда мы идем. В общем, дорога, конечно, просто посмотрите. Ни хрена не видно. Просто ни хрена. Обрыв с двух сторон. Куда идем, непонятно. Осталось 10 километров. Фу, просто капец. В общем, движемся. Если честно, я не знаю, во сколько мы придем. Уже часов, наверное, 6. А мы еще в 10 километрах от нашего дома, где мы живем. Впереди, конечно, еще спуск нереальный. Это ужас. Клубочек. Подержи палки. Это он пищит. Пищит? Да. Может, его укусить? Нет? Да не. Я думаю, нет. Это прям клубочек такой. Послушай, она пищит как. Ну. Сань, смотри, кого мы нашли. Оно живое. А ну, покажи мне. Она пищит. Это не мышка. Это не мышка. У нее хвостик длинный, там как веточка. Кто это? Я заснял. Мы перешли вброд. Ноги аж горят. Было сначала очень холодно, но все на адреналине, поэтому ноги горят. Сейчас мы ждем, пока допереодеваются и продолжаем путь. Правда, уже начинает темнеть. В этом вся проблема. Но, надеюсь, мы спустимся хотя бы до каких-то мест, которые мы уже видели. Тогда будет попроще. В общем, двигаемся дальше, спешим, бежим. Держите за нас кулачки.